Автор – Чащина Ольга Анатольевна, министру финансов Султанову, категория «Малый и средний бизнес». Уважаемый министр, для чего нужен закон о легализации, который не соблюдается? Поясняю, в 2010 году был получен государственный акт на землю для строительства мастерской для автомобилей и автомойки. Была выкуплена земля у государства. За это время в окрестности был почищен и облагорожен родник с прудом. Наш объект попал в водоохранную зону. Попытка сдать в эксплуатацию была безуспешной. Вопрос. Зачем такая легализация, если вполне законный объект невозможно сдать в эксплуатацию? Закон Республики Казахстан об амнистии граждан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан в связи с легализацией имущества, регулирует общественные отношения, связанные с проведением государством разовой акции по легализации имущества, в том числе ранее выведенных из легального экономического оборота денег. Обращаем внимание, что нормы закона не регулируют вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию имущества, признанного находящимся в водоохранной зоне. Если говорить об опасениях граждан, то, естественно, мы сейчас проводим работу в преддверии предстоящего с 2017 года всеобщего декларирования о том, что легализация – это возможность и шанс, предоставленный государством по узаконению тех, возможно, прав, которые на сегодня еще не реализованы гражданами.